Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Sport.ru приглашает вас на перенесенный матч 21-го тура первого дивизиона, в котором сегодня сразятся Северный Альянс и Булат. Два коллектива, которые ведут борьбу за повышение в классе. Северный Альянс, безусловно, в этом противостоянии считается фаворитом. Более того, этот игровой уикенд получается для команды Александра Соловьева максимально насыщенным. Уже вчера в битве с прямым конкурентом, также за промоушен с МСК Европой, Северный Альянс отпраздновал убедительную победу, ну и сегодня имеет еще одну отличную возможность, чтобы не только пополнить свою копилку набранных баллов, но и отобрать эти самые очки у другого своего конкурента. Главный арбитр встречи Алексей Копылов уже провел традиционные предматчевые ритуалы, и начинать сегодняшний матч будет Северный Альянс. Давайте быстро пробежимся по стартовым составам играющих команд, потому что стартовый свисток уже прозвучал, и события в этом поединке наверняка начнут стремительно развиваться. По традиции начну я с состава номинальных гостей. Футбольный клуб «Булат» в сине-черных цветах выступают стальные. В воротах сегодня под 13-м номером Вадим Виноградов, линия обороны слева направо, Рати Хицуряни, 4-й, Вячеслав Соколов, 8-й и Кирилл Медведев, 88-й. Антон Девкин, 6-й, в центре полузащиты расположился, слева там же будет играть Сергей Гнеушев, 63-й, справа Игорь Войцах, 77-й. На острие атаки сегодня в отсутствие Бушкова Александр Ротер, номер 80-й, именно он будет представлять главную ударную силу номинальных гостей в этом поединке. Северный Альянс в своей традиционной темной экипировке на зимний период сегодня играет. В воротах Алексей Герасимов, Иван Цветков, номер 3, в центре обороны. Даниил Герасимов, 77-й слева. Дмитрий Кузнецов, 97-й справа. Евгений Ескин, 7-й в центре полузащиты расположился. Арсений Иванов, 17-й и Кирилл Бабаев, 11-й, будут там же ему помогать. И Андрей Востриков, номер 19-й, на острие атаки у подопечных Александра Соловьева. Давайте по тем игрокам, которые располагаются на скамейке запасных, будем разговаривать уже по ходу этого поединка. Скажем только, что Булат в отличном стартовом сочетании сегодня приехал, за исключением разве что отсутствующего Бушкова, но при этом очень много игроков готовы начать этот матч со скамейки запасных, и в случае, если придется как-то менять стартовую расстановку, какие-то коррективы в происходящее на поле вносить, тут никаких проблем у тренерского штаба стальных не возникнет. Тем более, что и Дмитрий Ермаков, и Тимур Хамзин сегодня на поле готовы выйти в случае необходимости. Северный Альянс, впрочем, достаточно давно уже не балует нас такой длинной заявкой, но при этом все главные действующие силы сегодня в строю, все они в стартовом составе. Более того, есть и кому усилить игру со скамейки. Здесь помимо тех футболистов, которых мы привыкли видеть в заявке, также отметим и Дмитрия Палагина. Совсем недавно он присоединился к команде и уже вчера, вот к слову, успел отметиться одним забитым голом. Как я уже успел упомянуть в начале эфира, Северный Альянс в матче календарного уикенда одолел МСК Европу со счетом 6-2. Там дублями отметились Кирилл Бабаев и Андрей Востриков. И по разу отличились уже упоминаемый мною Палагин, а также Евгений Ескин. Булат игровой уикенд пропускал по причине того, что техническую победу в эти выходные команда получила. Ну и руководство лиги, видимо, решило воспользоваться возможностью, чтобы поставить доигровку именно на этот уикенд, тем более, что по просьбе Северного Альянса был перенос, так что здесь в своем стиле, что ли, в своем роде, получается все достаточно справедливо, потому что именно Альянсу приходится играть дважды за уикенд, ну а Булат получает возможность не простаивать в связи с сложностями календаря и с большим количеством снявшихся коллективов. Здесь Ротор борется за вынос от своего голкипера. В итоге зарабатывает угловой, я так понимаю, да, показывает рефери, что с угла поля, да, необходимо возобновить игру.
Ну и давайте посмотрим за этим стандартом. Достаточно опасно получается. Это Сергей Гнеушев там пытался подставить стопу под прострел с левого фланга. Повторная подача. Вновь получается достаточно опасно. Девкин, удар, добивание 1-0. Счет в этом матче открыт достаточно быстро. Уже на 5-й минуте Рати Хицуряне, первым сыграв на добивание, открывает счет в этом противостояние. Наверное, даже еще как-то неуместно говорить о том, кто завладел стартовым перевесом. Слишком мало времени произошло. Прошло, конечно же, но и каких-то особых моментов у ворот друг друга мы не успели увидеть. Тем более, что стартовый перевес в матчах двух равных команд, он зачастую не так быстро вырисовывается, хотя порой бывают ситуации, когда одна команда намеренно отдает инициативу своему оппоненту, предпочитая играть вторым номером. Сейчас, мы так понимаем, в этом поединке такого не будет. Опять же, исходя из предматчевых раскладов, именно Северный Альянс считался фаворитом, но вот старт поединка остался за Булатом, хотя бы потому, что удалось сине-черным поразить ворота Алексея Герасимова. Здесь небольшая стычка, фол фиксирует рефери, активно себе руками Александр Ротор помогал, и в итоге от глаз главного арбитра это не укрылось. Ну а продолжая разговор о каком-то возможном предматчевом преимуществе, здесь, конечно, становится ясно, что Северный Альянс – это коллектив, который всегда стремится играть от себя, играть в атаку. Так что при любых раскладах, будь то когда команда Александра Соловьева ведет в счете или же уступает, она всегда будет идти вперед и стремиться развивать собственное преимущество. Но здесь у Булата, безусловно, будет такое небольшое преимущество по причине того, что более свежие могут быть футболисты в сине-черном. Но вот посмотрим за этой атакой Альянса. Неплохо. Такой удар с наклевом получается. Но Вадим Виноградов контролировал ситуацию и даже прыгать по этому удару не стал. Почти без пауз проходит игра. Пока еще рано, конечно, говорить о каких-то затяжках времени, слишком много времени еще и предстоит командам играть. Но вот без центра поля, без каких-то дополнительных подготовительных фаз атаки проходит эта встреча. Атакой на атаку стремятся отвечать соперники. У Булата получилось наибольшую свою угрозу придумать после стандартов. Сначала угловой Сергея Гнеушева, потом и забитый гол Хицуряне. Но вот Северный Альянс пока подбирается к опасному моменту. Атаки сходу подопечные Александра Соловьева придумывают, но пока точности ударом этих атак не хватает. Вот сейчас с левого фланга развивается наступление, и уже в штрафной мяч прострел, подбор остается за Альянсом, но бить сразу номинальные хозяева поля не стали. Продолжают искать возможность для того, чтобы улучшить момент. И в итоге удар из-за пределов штрафной на себя принимает Василий Башкин, который, исходя из предматчевого протокола, должен был начинать встречу на скамейке запасных, но, судя по всему, в последние мгновения тренерский штаб решил видоизменить стартовый протокол, и Башкин появился с первых минут. Ну а Северный Альянс тем временем зарабатывает штрафной. Позиция, наверное, не самая удобная для того, чтобы прямым ударом угрожать владением Виноградова. Но, тем не менее, и отсюда можно в ближний угол неплохо пробить. Удар, и вновь блокируется выстрел. На этот раз другой защитник, да, там оказался на пути мяча. Насколько я понимаю, это Вячеслав Соколов был. Ну а Северный Альянс продолжит нагнетать давление. На этот раз с помощью углового. Подача.
Башкин немножко затянул с выносом, и его чуть было не накрыли. Ротарь здорово здесь поборолся. И сразу против двух оппонентов выиграл в итоге мяч. Но там было сложно, конечно, за него зацепиться и акцентированно сбросить кому-то из партнеров. Численное большинство было на стороне команды Соловьева. Цветков отыгрывает Ескину, который чуть пониже опустился для того, чтобы начать атаку своей команды. При этом не сказать, чтобы какие-то проблемы с выходом из обороны есть у номинальных хозяев. Ескин забрасывает штрафную, но здесь Вадим Виноградов, наверное, спустя мгновение после черпачка от соперника уже продемонстрировал свой голос и сказал, что будет играть по мячу, выходя из рамки, и спокойно его забрал. Тем временем 10 минут уже позади, и вот после того, как Булат провел таки первый гол в этом противостоянии, игровой перевес так потихонечку переходит к Северному Альянсу. Здесь, конечно, сложно будет отделить одно от второго, что причина, а что следствие. Забитый ли гол в итоге повлиял на характер стартового отрезка, или же в любом случае Булат готовился к тому, что Северный Альянс будет больше владеть мячом, но мы уже, наверное, это и не узнаем. Вновь в центре поля все атаки через Евгения Ескина. Начинают хозяева. Еще одна попытка с левого фланга вскрыть оборону остальных. И если уж быть откровенно честным, то неплохо получается у Альянса такими проникающими передачами слева. По крайней мере, раз за разом они проходят штрафную, а там уже на подборе можно за этот мяч побороться и дослать его в сетку. Еще один угловой. Виноградов через перекладину мяч перевел после дальнего заброса. Но вот подача получилась безадресной. Башкин. Плохой пас. Не мог он дойти до своего адресата. В итоге возвращается владение к Северному Альянсу. Но здесь в подкате Антон Девкин мешает сопернику. В том эпизоде все было чисто сыграно, а вот затем нарушение правил фиксирует Копылов. Еще один стандарт, еще одна возможность для того, чтобы попытаться сравнять счет в этом матче. Судя по всему, до ворот метров 18-17, не больше. Массивную стенку из четверых футболистов выстраивает голкипер, закрывая левый угол ворот по отношению к бьющему. Пытался перебросить, игрок Северного Альянса стенку с этого штрафного. Не получилось, извиняется он перед партнерами. Этот удар, я так понимаю, у Андрея Вострикова не получился. Еще одна атака флангом развивается, вновь неплохо. Здесь, правда, большим числом бросаются под мяч футболисты Булата. И с горем пополам разряжают там обстановку. Давление Северного Альянса с каждой минутой становится все более и более акцентированным. Как говорят, в таких ситуациях гол назревает. Цветков возвращает мяч налево. Внешне как-то неброско контролирует мяч футболист Северного Альянса, где-то отдавая друг другу передачи вальяжно, что ли. Но все равно это позволяет им продвигаться по чужой половине поля, приближаться к владениям соперника. Что тут, конечно, винить ни в чем их нельзя.
Ну и не сказать, что на самом деле Болат какую-то массированную оборону выстраивает, да. Всей командой за линией мяча стараются располагаться, но автобусом, наверное, это не назовешь. Вот через фланги, да, это уже заметно по стартовой 15-минутке, Северному Альянсу в разы лучше удается скрывать оборону. Правда, чуть было мяч сопернику сами не подарили. Одной из вот таких небрежных передач. Отобрали мяч у Ескина с коллективным отбором. Но затем продвижение не получилось. Дмитрий Кузнецов в подкате сыграл надежно и получает свою порцию благодарности от центрального защитника. Ну и замены. Первые в этом матче. Сразу тройками меняются футболисты Булатова. Попробуем сейчас разобраться, кто появился на поле. Так, только это до конца посмотрим. Здесь фол был, безусловно, но мяч остается у Булата. И в итоге желтая карточка. Первая в сегодняшнем матче за неспортивное поведение. Сейчас попробуем идентифицировать этого футболиста. А пока посмотрим за угловым. Подача. Доходит мяч до одного как раз-таки из футболистов, вышедших на поле. Это Дмитрий Фатеев, но тому пробить сразу не удалось. Ротарь пассивно встречает своего оппонента, но тем не менее оборонительную позицию вблизи собственной штрафной занимает. Я так понимаю, что с выходом Фатеева будет ниже действовать 80-й номер. Потому как Фатеев все-таки это ярко выраженный форвард. И вот еще один момент. Добивание. И в ближний угол все-таки заходит мяч. Здорово там на подборе сыграл Дмитрий Кузнецов. Именно он и дослал мяч в ворота. 1-1 на 17-й минуте становится счет. Здесь, наверное, надо отметить и удар, который предшествовал этому забитому голу. Там здорово Востриков продавил оппонента и сумел пробить с разворота. Ну и в итоге дело закончилось абсолютно логичным взятием ворот. Все-таки этот гол действительно назревал, пропустив. Северный Альянс окончательно инициативу перехватил и в итоге нагнетал давление, приближая происходящее на поле к забитому голу. Штрафной на этот раз Фатеев зарабатывает его на половине поля Северного Альянса. Я так понимаю, Вячеслав Соколов, центральный защитник, пришел на чужую половину, чтобы попробовать прямым ударом со стандартно угрожать воротам Герасимова. Получилось не лучшим образом. Мяч совсем на ногу не лег. И в итоге намного мимо створа прошел. Кузнецов разыгрывает Северный Альянс от ворот низом. Это, к слову, характерная особенность команды в черном. Вот сколько видели мы игр Северного Альянса в этом сезоне, вне зависимости от того, против кого играет СА, всегда они стараются посредством комбинационного футбола развивать свои атаки, в том числе начиная их ударом от ворот. В принципе, это можно использовать, зная такую особенность, но ты попробуй. Удержи и перекрой все возможные пути развития. Высокий прессинг, если вдруг он не приносит никаких дивидендов, чреват провалами на собственной половине поля. Здесь Герасимов несколько
неуверенно шел на этот мяч, и в итоге чуть дело опасным моментом не завершилось. А вот здесь штрафной зарабатывает Востриков, именно что зарабатывает, да, здорово убирал мяч под себя, и понимая, что вокруг него большое количество соперников в сине-черной форме, не стал ничего выдумывать, и, получив контакт, сразу оказался на газоне. Ну и штрафной, наверное, удобнее для левоногого футболиста. Но, я так понимаю, сегодня в составе, прямо сейчас у Северного Альянса такого нет, который мог бы здорово исполнить штрафной с левой. Поэтому приходилось пробивать с правой ноги, и там не так все опасно в итоге выглядело. Но атака Альянса продолжается. Дальний удар заблокирован, он вновь оказался. Вот с этим компонентом игры у Булата все в порядке. Уже ни один и ни два даже выстрела сумели подопечные Ермакова заблокировать. С дальней дистанции действительно угрожать воротам Виноградова их сопернику пока не удается. Еще один удар, и вот едва ли не в первый раз, когда мяч дошел-таки до голкипера, все дело завершилось еще одним голом. Кирилл Бабаев здорово там раскачал оппонента и в ближний угол пробил. В итоге уже на 21-й даже минуте Северный Альянс полностью ход этого матча переворачивает, и после быстро пропущенного гола дважды огорчает своего оппонента. Мы много говорили о том, что этот поединок двух команд, которые сражаются за повышение в классе по итогам турнира. Но необходимо отметить, что Северный Альянс имеет весомый перевес относительно конкурентов. Вчера вот мы сказали, что они выиграли у МСК Европы и увеличили свой актив набранных баллов. Теперь их 54 в активе. Здесь Герасимов в эффектном прыжке выручает свою команду. Но по большому счету этот матч, он важен еще и с той точки зрения, что Булат является теневым преследователем команды Александра Соловьева. Он располагается ниже ВЭТ, но очков у них до начала уикенда было столько же, а вот на игру меньше стальные провели. И вчера ВЭТ упустил победу в поединке с ФИФТ, там команда Александра Степнова ввела со счетом 4-1, но в итоге во втором тайме удалось студентам перевернуть ситуацию и спасти хотя бы ничью. И вот теперь, если Северный Альянс сегодня побеждает, он значительно увеличивает отрыв от всех ближайших преследователей, и более того, дополнительный заряд уверенности в собственных силах получает, потому как обыграет двух своих прямых конкурентов. Ну а что касается матча ВЭТ и ФИФТ, то здесь интересный факт в том, что оба лидера своих коллективов, и, конечно же, что Ведищев, что Степнов, не сумели вчера отличиться, но вот в составах обеих команд нашлись другие лидеры, которые взяли на себя бомбардирские функции и в итоге обеспечили зрителям великолепное зрелище, завершившееся со счетом 4-4. У нас здесь тоже достаточно неплохо футбол сегодня играют. Три забитых гола мы уже за 23 с небольшим минуты увидели. Но Северный Альянс на самом деле сейчас контролирует ход встречи. И если еще минут так 10 назад можно было еще спокойно говорить о том, что Булат вторым номером, действуя спокойно, выжидает собственного шанса, то вот теперь, когда пропустили стальные дважды за короткий промежуток времени, все это выглядит несколько иначе. Потому как необходимо отодвигать игру от своих ворот и собственные шансы впереди искать, а их на самом деле не так уж и много было у сине-черных, за исключением двух угловых подряд, один из которых в итоге голом и завершился. Вспомнить, наверное, больше и нечего, да?
Герасимов, конечно, без дела вообще не стоял, но вот каких-то сумасшедших сейвов ему совершать не приходилось. Впрочем, у Альянс, на самом деле, шансов голевых-то тоже было не намного больше, но вот то постоянное давление, которое он оказывал на ворот соперника, оно в итоге и вылилось в два забитых гола. Причем в первом случае там мяч мог зайти и после первого удара, да, и тогда бы не потребовалось добивание Кузнецова, ну а удар Кирилла Бабаева получился ювелирно точным прямо под саму штангу. Здесь нет нарушения правил, считает главный арбитр встречи, но Фатеев там показывал, что рукой защитник выбил мяч. Рефери решил проигнорировать этот эпизод. Ну и в итоге, я так понимаю, что главный арбитр встречи назначает пенальти, да, после совещания с резервным арбитром, с Михаилом Бесчастных. В итоге дело заканчивается 10-метровым. Неплохой поворот. Вот Бесчастных сейчас и общается с Евгением Ескиным, объясняя свое решение, что действительно там рукой защитник, возможно, не специально выбил, и вот именно об этом сейчас Иван Цветков и говорит, но факт пенальти это не отменяет. Александр Ротарь за несколько минут до окончания первого тайма имеет шанс сравнять счет, и он это уверенно делает, разводит голкипера и мяч по разным углам. 2-2. Вот так вот развиваются события в этом противостоянии. Александр Ротарь свой 8-й гол в нынешнем сезоне с 10-метровой, правда, сейчас отметки проводят и сравниваются по этому показателю с Антоном Девкиным. Ну а лучшего бомбардира Николая Бушкова сегодня нет. Мы уже об этом сказали. К слову, треть голов Булата этот миниатюрный Форд провел в нынешнем сезоне. Ну что ж, тем интереснее для нейтрального зрителя. Моментов действительно не так много команды создают, хотя игра-то смотрится, да? Но в итоге вот едва ли не все сегодня удалось Булату реализовать. И оба гола, к слову, пришли со стандартов. Ну и вновь за линией мяча выстраивается Булат, ожидая, когда соперник пойдет в наступление. Немножко подскользнулся, да, хавбек Северного Альянса. Несмотря на то, что поле выглядит идеально изумрудным, немножко подмораживать начинает в Москве под вечер, и, возможно, уже небольшие наледенения, да, появляются. Вот в предыдущем эпизоде это все в итоге и помешало одному из игроков Северного Альянса за мяч там зацепиться. Герасимов выбивает мяч после того, как ему скидывают его. Ескин здорово прорывается по правому флангу. Хицуряни его преследуют, но входит в штрафную. Прострел! И в итоге дело заканчивается тем, что мяч в руках у Вадима Виноградова. Неплохой прорыв совершил Евгений Ескин. Здесь фол, безусловно. Подталкивает Цветков в спину Дмитрия Фатеева. Это откровенно все было видно. Не хватает, видимо, немного хитрости центральному защитнику Северного Альянса. А в итоге Булат, который мастерски реализовывает сегодня стандарты, получает шанс на еще один опасный штрафной на этот раз. И Антон Девкин готовится его пробивать. Это выше ворот.
И есть у нас еще одна минута до окончания первой половины. Минута, чтобы перед самым перерывом одной из команд все-таки выйти вперед. Очень долго Северный Альянс вводит мяч в игру. И в итоге дело вот таким вводом заканчивается. Все это могло привести к еще одному опасному эпизоду. Но вот не удалось Кузнецову там зацепиться за мяч. А Фатеев в ответном выпаде на исходе основного времени первого тайма поражает правую девятку ворот Алексея Герасимова. 3-2. Булат перед самым перерывом выходит вперед. На этой ноте, дорогие друзья, давайте мы с вами немножко отдохнем, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Ну что ж, закончился перерыв в перенесенном матче 21-го тура первого дивизиона, в котором отношения выясняют Северный Альянс и Булат. После стартовых 30 минут игры впереди стальные со счетом 3-2. Увлекательную первую половину мы с вами посмотрели. Все началось с быстрого гола Рати Хицуриани на 5-й минуте после розыгрыша углового, подключившись к атаке крайний защитник стальных, открыл счет. Затем постепенно Северный Альянс перехватил инициативу и в середине первого тайма забил 2 гола. Сначала Дмитрий Кузнецов сыграл на добивание, затем Кирилл Бабаев классно пробил из-за пределов штрафной. И когда казалось, что на перерыв команды уйдут при преимуществе команды Александра Соловьева, Булат не просто успел сравнять счет, это сделал Александр Ротор из 10-метровой отметки, но и в последней атаке первого тайма сумел вновь выйти вперед. И пока автором последнего гола является Дмитрий Фатеев. Вторая половина у нас начинается с желтой карточки. На этот раз игроку Булата Антон Девкин получает горчичник. К слову, вот этот игрок является, наверное, самым недисциплинированным футболистом Булата. Если я не ошибаюсь, то это уже его 9-е предупреждение в нынешнем сезоне. Ну и здесь он за срыв атаки получает желтую карточку. В принципе, позиция центрального полузащитника, она предполагает подобные фолы. Вот Девкин, видимо, достаточно часто грешен он в таких ситуациях в глазах арбитра. Ротарь здорово принял длинную передачу. Здесь в подкате здорово сыграл защитник Альянса. Мяч, правда, остается, да, у Булата. Последним все-таки коснулся игрок обороняющейся команды Игорь Войцах. Оставляет мяч Григорьеву. Сергей бросает в штрафную. Сделал это неудачно. В итоге приходится возвращаться в оборону. Востриков. Неудобно скидывал мяч. Здесь не было нарушения правил. Правда, и атака не получилась у Северного Альянса. Бабаев откидывает мяч на бровку и сразу же устремляется вперед, но Северный Альянс пока не торопит события, пытается основательно подготовить собственное наступление. Востриков сместился на фланг, чтобы помочь партнерам поконтролировать мяч. Еще один перевод, на этот раз направо. Кузнецов в центр. И еще одна диагональ. Неплохо вскрывает оборону соперника футболисты Северного Альянса. Правда, вот последняя передача пошла в свободную зону, куда, правда, никто не врывался. Востриков
не удалось ему сразу же успокоить мяч, но в итоге отборолся и заставил соперника за боковую выбить. Остриков. Снова именно он адресат для ввода мяча из-за боковой, но вот через него только контроль мяча пока удается наладить Северному Альянсу, пока во втором тайме владением Виноградова не угрожают футболисты в черном. Не было нарушения правил, арбитр находился в считанных метрах от действия событий. Бабаев здорово здесь раскачал, передача не проходит, она в штрафную. Но Бабаев там неплохо поработал голеностопом. И в итоге нашел момент для того, чтобы передачу штрафную отдать. А здесь угловой. Арбитр назначает. Продолжается давление Северного Альянса. Подача. Не дойдет мяч до Вострикова. Башкин. И остается мяч у Северного Альянса. Более того, еще Башкин здесь неудачно скидывает мяч. Приходится в подкате стелиться нескольким защитникам Булата. Но даже после того, как мяч, казалось бы, отобрали, все равно быстро себе возвращает владение Северный Альянс. Чисто здесь было сыграно. Игорь Войцах сумел прочитать момент и остановил атаку соперника. А вот сейчас неточная передача. И вновь Башкину там не удается зацепиться за мяч. Такое достаточно жесткое единоборство, но без нарушения правил. И новая волна атаки номинальных хозяев поля начинается. Еще один прострел, и вновь мяч предела поля покидает. Бабаев, подача. Высокие защитники Булата с легкостью справляются с навесами в свою штрафную. Но вот на подборе раз за разом все равно футболист Северного Альянса. Оказывается, ох, какая сейчас хорошая передача от Андрея Вострикова последовала. И в итоге пришлось Виноградову уступать в игру. И, судя по всему, именно он последним и коснулся мяча в этом эпизоде. Потому что угловой назначен. Хитсуриани вновь снимает подачу. Девкин. И можно начинать контратаку своей команды. Но Антон Девкин не очень-то спешил в этом эпизоде. В итоге дело ничем опасным не завершается. А Булат вновь в оборонительную позицию встает. Что-то подобное мы уже видели в первом тайме. После того, как Булат быстрый гол провел. В принципе, вот минут 20 после гола Рати Хитсуриани примерно вот подобную картину мы с вами и видели, когда, в принципе, атаковал только Северный Альянс, и лишь в самой концовке удалось Булату отодвинуть игру от своих ворот, и в итоге дело завершилось тем, что два гола в концовке сине-черные провели. Здесь далеко от себя мяч отпустил Форот, и Сергей Григорьев решил попросту разрядить обстановку. Ну и замены, я так понимаю, традиционные после стартового отрезка тайма. Башкин и Ротор отправляются отдыхать. Возвращается один из героев первой половины, Дмитрий Фатеев. И Сергей Гнеушев. Он-то начинал матч в стартовом составе.
Вновь пока стерильное владение Северного Альянса. Булат очень компактно обороняется. Бабаев искал момент для того, чтобы вновь попробовать пробить, но соперник не предоставил ему такую возможность. А вот сейчас дальний выстрел. Заживал немного мяч. Подключившийся защитник. Это Иван Цветков вроде бы был. Но вот у Булата не получается даже дойти до штрафной соперника. Бабаев врывает в штрафную, удар, и вновь заблокировали выстрел соперника защитники Булата. Быстро разыгрывают угловой хозяева, подача, неадресно получилось. Мяч перелетел через перекладину, там на дальней штанге пытался Андрей Востриков открыться, но в итоге... Даже ему с его могучими антропометрическими данными добраться до такой передачи было тяжеловато. Булат максимально упростил свою игру. Вынос направления форварда, скидка, если удастся зацепиться, там можно еще и пробить. В итоге, да, картина происходящего на поле сейчас абсолютно симметрична тому, что мы видели в первом тайме. Мы уже успели про это упомянуть. Северный Альянс владеет мячом, ну, наверное, процентов 75 игрового времени. Девкин чуть было не перехватил мяч, но вытолкнув его из-под ноги у соперника, вновь оказался у подопечных Александра Соловьева. Бабаев. Передача налево. Дойдет до адресата. Прострел. И здесь уже разряжает обстановку Игорь Войцех. После того, как Вадим Виноградов отбил мяч перед собой. Еще один угловой. Я думаю, что уже во втором тайме пяток-то точно Северный Альянс разыграл и подал. Но все они получились абсолютно неопасными. Иванов. Подача вновь снимается с защитниками. А Булата, дальний выстрел, абсолютно никакой угрозы для Виноградова в себе не таил. И замены. Вновь замены у Булата. Активно тренерский штаб ротирует состав. Возвращается на поле Кирилл Медведев. Еще более высокорослой становится линия обороны у Булата. Неточная передача. Девкин. Мяч добрал и держит его в центре поля. Вперед на Гнеушева. Прошла передача, но тот сразу под прессингом оказался. И сейчас лишь в последний момент удалось избежать неприятностей Северному Альянсу. Там в подкате Иван Цветков сыграл. Не дотянись он до мяча, два в одного бы... В чужой штрафной выскакивали футболисты Булата. Там, конечно, Алексею Герасимову нужно было настоящее чудо совершить, чтобы свою команду от гола уберечь. А так лишь угловой. С одного из них уже был забит гол в сегодняшнем матче.
Ёвкин, подача на дальнюю. Фатеев, удар. И вновь опасно. Но это дальний выстрел у Медведева из серии, чтобы отправить мяч подальше за пределы стадиона, чтобы вернуться и занять оборонительную позицию. Но Фатеев там неплохо пробил секундами ранее. На этот раз не проходит передача. Фатеев. Не отыгрывается в стенку. Не точно оказалось. Это передача. Северный Альянс буквально всей командой на чужой половине поля. Там Динар Вахитов теперь на острие действует. Андрею Вострикову дали отдохнуть. Руководители Альянса. Чтобы на финальный отрезок встречи, я так понимаю, вернуть его на поле, когда финальный штурм будет необходим. В случае, если отставание в счете по-прежнему будет у Северного Альянса. Ох, как сейчас здорово было сыграно на пустые ворота! И не забивает Северный Альянс. Вот это вот маленькая драма у Кирилла Бабаева. Все для него сделал партнер. Вот здесь здорово ушел от Гнеушева и Хицуриани. В итоге выкатил мяч под удар Бабаева, а тот не сумел пробить акцентированно по воротам. Ну а угловой, коих уже было несчетное количество, не принес абсолютно никаких дивидендов. Великолепную возможность провести эквалайзер упускает Северный Альянс. Но разыграно было, конечно, классно. Стахов. Неточная передача. Извиняется перед партнерами. Северный Альянс продолжает разыгрывать удары от ворот через короткие передачи. Тем более, что, опять же, повторимся, и соперник это позволяет делать. Всем составом отходит Болат за линию мяча. Бабаев. Досталось ему по ногам. Даниил Герасимов быстро разыгрывает мяч с ближним. Но вот эта вот торопливость, она все-таки порой приводит к невынужденным потерям. Фатеев. Падает штрафной, но сам понимает, что никакого пенальти в этой ситуации ни один судья не назначит. Сразу же моментально встает, но момент уже упущен. А вот этот пас не дойдет до Бабаева. Булат уже успел вернуться в оборону. И в итоге Герасимову приходится из-за боковой возобновлять игру. Цветков. Направо. Герасимов. Снова в центр. Хорошая вертикальная передача, но неудобно там. Принял мяч, но в итоге дело заканчивается штрафным. На метр ближе к воротам, это уже был бы 10-метровый. Ну а так, скажем, очередная разновидность угловой или нет. Все-таки внутри штрафной площади происходило действие, и поэтому 10-метровый назначает главный арбитр. По одному такому спорному пенальти в ворота каждой из сторон назначил арбитр. И там, и там, в принципе, поводов для претензий нет, но и там, в то же самое время, немножко сумбурным, что ли, все это выглядит несколько. Ну что ж, не удалось с игры забить Кириллу Бабаеву. Теперь есть шанс с 10-метровой отметки ему, партнеру, провести эквалайзер. Но Вадим Виноградов угадывает направление удара и вытаскивает мяч из нижнего угла. И в итоге
Счет остается неизменным. 2-3. По-прежнему Булат впереди. А Вадим Виноградов сделал весомую заявку на звание лучшего игрока сегодняшнего матча. Но Северный Альянс продолжает атаковать. Герасимов. Удар. 3-3. Спустя минуту буквально забивает Герасимов третий гол своей команды. И вновь в ближний угол отправляет игрок Северного Альянса мяч. Другой защитник, который подключался к атакам в первом тайме, Дмитрий Кузнецов, несколько похожий гол, да, провел. Там, правда, на добивание он действовал из-за пределов штрафной, пробивая. Здесь Герасимова вывели на ударную позицию. И на 50-й минуте счет становится у нас все-таки ничейным. 3-3. Интересный эндшпиль нас в любом случае теперь ожидает. Северный Альянс, понятное дело, будет идти вперед большими силами в надежде вырвать таки победу. Очень интересно, как воспримет эту неудачу Булат. Будет ли оборонять ничейный результат или же пойдет вперед. Потому как ничья, наверное, в текущей турнирной ситуации все-таки на руку Северному Альянсу. Да, по итогам двух противостояний личные встречи останутся на стороне Булата, потому как они игру первого круга выиграли со счетом 4-2. Но все-таки отставание в 8 набранных баллов, пусть и при одной игре в запасе у Булата, но сохранится. И отыграть его за оставшиеся игры будет очень-очень сложно. Очередные замены у Булата. Как мы и говорили, на концовочку. Северный Альянс пока без перестановок. Вахитов оставит мяч в поле и угловой для своей команды заработает. Здорово там отборолся Динар Вахитов. Разыгрывает на этот раз корнер хозяева. Бабаев, скидка под удар. Немножко затянули с этим выстрелом футболисты Северного Альянса. В итоге его вновь заблокировали. Из-за боковой игра возобновлена. Девкин здорово сыграл на перехвате, а затем также ужасно его потерял. Мяч имею в виду, конечно же. Ротарь. Дальний удар. Но не точно. Торопится уже Герасимов. Понимая, что не так много времени осталось до окончания основного времени матча. 8 минут плюс то, что добавит арбитр. Бабаев хороший рывок в штрафную совершает. И увидел его партнера, но здесь защитники Булатов в такой простой ситуации надежны. Девкин. Не прочувствовали эпизод. Два партнера. Александр Ротарь и Антон Девкин. В итоге в спину Девкин отдал пас самому форварду. Того не было возможности, чтобы рывок совершить. Еще один стандарт. Абсолютно не грубая игра, к слову, необходимо отметить. При этом количество фолов достаточно большое. Здесь поймал на противоходе. Уже не было возможности избежать этого контакта у Сергея Гнеушева. Поэтому и фолил он в этом эпизоде. Ну, еще один стандарт. Подача. Здесь Виноградов решил не рисковать. На угловой переправил мяч. Возможно, понимая, что корнеры не особо идут у их оппонента. Разыгрывает на этот раз стандарт футболист Северного Альянса. И получается поинтереснее. Вновь, правда, удар заблокировали. И не пришлось Виноградову вступать в игру.
Цуриани бросает штрафную. Здесь Северный Альянс надежен на своей половине поля. Вот у Булата контр-игра совершенно разладилась. Разве что кто-то индивидуально мастерством только не сыграет и не сумеет в одиночку решить момент. Северный Альянс, наверное, все-таки к победе в концовке этого матча поближе. Если еще вспомните нереализованные пенальти. То здесь, конечно, есть на что сетовать футболистам Северного Альянса. Время еще есть. Продолжает нагнетать давление команда в черном. Прострел. Вновь заблокировано. Еще одна. Вторая волна атаки. Навес. Но там совершенно никого не было. Не знаю, на кого выполнялась эта длинная передача. Ну и замены. Еще перестановки в концовке. У Булата, а вот у Северного Альянса, к слову, Остриков по-прежнему на скамейке запасных остается. Его габариты и умение зацепиться за мяч там вполне могли бы помочь, я так думаю. Но там пока Артем Магулаев действует. Кузнецов. В итоге до своей штрафной мяч довели. Штрафную, падение, но это выпрашивание пенальти и желтая карточка. В итоге для него, для Кирилла Бабаева, это предупреждение становится вторым на 57-й минуте. Оставшиеся 3 минуты предстоит Северному Альянсу провести в меньшинстве. А Бабаев пропустит поединок следующего тура. А Северному Альянсу 7 марта в субботу играть с Родиной, с лидером турнира. Это, безусловно, потеря даже более весомая, чем на концовку сегодняшнего матча. Ну а Булат получает возможность вырвать победу в самой концовке, воспользовавшись численным большинством. Но, правда, думаю я, что и Северный Альянс в любом случае все равно будет идти вперед в поисках виктории. Девкин. Медведев. И в итоге потеря, но здесь подбор останется за Булатом. Вот как раз-таки одного игрока и не хватает сейчас Северному Альянсу, чтобы быструю контратаку в том эпизоде провести. Но, возможно, сейчас что-то получится. Но надежно защитники Булата. Сергей Гнеушев выбивает мяч. Евгения Ескина. Герасимов. Судя по всему, Северный Альянс в сложившейся ситуации доволен ничейным исходом. По крайней мере, пока не стремятся во что бы то ни стало идти в атаку. Больше контролируют просто мяч футболисты в черном. Девкин. Перехват в итоге удается Булату. Ротарь. Удар заблокирован. Много сегодня вот таких вот блоков в исполнении именно Булата мы с вами увидели. Вот и защитникам Северного Альянса приходится пообороняться. А затем еще и Игорь Войцах мяч за боковую упустил и в итоге отдал владение сопернику. Полторы минуты остается до конца этого матча. Соколов надежен на своей половине. Ротарь. Чисто было сыграно в этом эпизоде. Удар затем, правда, состоялся, но прямо в руки Герасимову. И последняя минута.
основного времени матча началась. Счет 3-3. Северный Альянс на протяжении большей части встречи владел игровым перевесом, но в итоге не реализовал собственные возможности. Мы можем вспоминать незабитый пенальти, а также момент Кирилла Бабаева. А в итоге в концовке остался в меньшинстве коллектив Соловьева. И в итоге приходится оборонять ничейный исход. Возможно, мы сейчас за последней атакой в этом матче наблюдаем. Длинный вот мяча из-за боковой штрафную. И в итоге момент будет. Нет, надежные защитники. Не доходит дело даже до удара. Возможно, что-то Алексей Копылов и компенсирует командам на поле. Минуту не больше, я думаю, на самом деле. Медведев бросает вперед. Продлевается полет мяча. Ну, за удар, наверное, в статистику пойдет. В итоге это не все еще. Продолжается этот поединок. Девкин, неточная передача. И теперь Северный Альянс идет в атаку. Так, здесь еще санкции могут быть. Здесь дело с заварушкой начинается. И в итоге красные карточки непременно будут. Здесь уже откровенно удары в лицо пошли. Ну и рефери уже держит в руках свой красный прямоугольничек. Конечно, разобраться во всем этом будет очень тяжело. Но благо у нас есть видео. Так, красная карточка Ротарю, насколько я понимаю. И красная карточка Артему Мугулаеву. Северному Альянсу на следующей неделе против Родины предстоит играть без двух своих игроков. Ну а Булат на следующей неделе, раз уж мы углубились в календарные нюансы, предстоит играть с Пресней. Но здесь все понятно, да? Один получил красную карточку за отмашку, а второй за непосредственно провокацию, потому как фолил Ротарь в том эпизоде, но затем Мугулаев откровенно того ударил. Ну а Ротарь, лежа на газоне, решил отмахнуться. Если мы правильно поняли все удаления, которые вынес по итогам этого эпизода главный арбитр встречи. Ну, в итоге, основное время матча у нас тем временем уже завершилось. Компенсированные минуты команду уже точно переиграли. И смотрим за стандартом, который может быть последний в этом матче. Виноградов выходит из ворот. И на этом все, дорогие друзья. 3-3. Именно с таким счетом завершается это увлекательное противостояние, которое включило в себя все. И драму, и незабитые пенальти, и фантастические камбэки, и три удаления. Вместе с вами за ходом этого поединка следил Никита Лаврентьев. Надеюсь, не мешал вам наслаждаться футболом. Встретимся на полях Северной Лиги, друзья. И до свидания.